Дорогие друзья, мне очень приятно, что нам выпала честь быть ведущими, ведущих юмористов страны. Господи, у меня голова кругом идет. Евгений Петросян, дамы и господа! Евгений Петросян, ведущий, ведущий! В последнее время столько психов развелось. Столько психов, ужас просто. Сейчас успокоюсь. Мне психиатр сказал так делать, чтобы успокаиваться. Главное, выдохни. Психиатр сказал, когда, говорит, нервничаешь, посчитай от 10 до 1 в обратном направлении, сразу успокоишься. Сосредоточься и успокоишься. Сел в самолет, ужасно нервничал. Вцепился в портфель. Стюардесса спрашивает, что у вас портфель такой, что вы у него так вцепились? Я спокойно говорю, 10, 9, 8, 7. Всех пассажиров эвакуировали. Меня в милицию. Психи самолетные, вот что я вам скажу. Кругом одни психи, кругом. Нормальному человеку жить невозможно. У меня жена психичка полная, шизичка номер один. В четыре утра меня будет. Дорогой, у меня голова прошла. С тебя супружеский долг. Ну, я встал, с собакой погулял. Дура неумная. Откуда я знал, что надо было мусор вынести? Шизичка номер один. Утром послал меня в магазин за уткой, решил к празднику утки яблок запечь. Но я купил хорошую утку, большая, прочная. Ну и что, что я ее не в магазине купила, а в аптеке? Аптека ближе к дому. Дура неумная, вся семья такая. Семейка Адамс. Все друг друга перебивают, не дослушают. Вот сказал тестю, я сварил. Он ее перебил, не дослушал. Начал хлебать то, что я сварил. Приговариваю, что-то кисель у тебя какой-то невкусный, Денис. Какой кисель? Какой кисель? Я клей сварил, обои клей. Фуфлыжник старый. Что кастрюлям кидаться? Сразу крик. Ну, потерял я где-то ключи. Чего орать-то? С кем не бывает. Может, дома оставил, может, на работе оставил. Не могу в квартиру попасть. Ну, пошел к соседке, жену с работы подождал. Чё орать-то? Чё орать? Я в дверях по-честному записку оставил. Я у соседки обнимаю, целую. Не знаю, как жить просто. У меня давно началось. Уже года 4 назад эта психика пошла. Помните, свинячий грипп ходил? По планете. Сидел в автобусе, читал статью про свинячий грипп, вслух сказал, этот свиной грипп уже задолбал и случайно чихнул. С
Все пассажиры в окна повыпрыгивали. Меня на неделю в карантин. Такую панику подняли, все в масках ходили. Пришел в аптеку, есть маска? Нет маски, тебе и так сойдет. Дефицит. Я взял эту вязаную шапочку, натянул до подбородка, прорезал дырки для глаз. Ну, прихожу в банк. Зарплату с книжки получил. Кассирш меня увидел. Каковы ваши намерения? Я говорю, мне, если можно, все, что есть. Я имел в виду свои деньги на счету. Она мне принесла 2 мешка денег. Я подумал, нифига себе зарплату прибавили. Потом охрана налетела, по башке надавали. Шапочку отняли. Security. Психи ненормальные. Как весна наступает, сразу у жены обострение, крыша поехала. У нее крыша с левой резьбой. С утра до ночи. Крики. Посади картошку. Картошку посади. Посади картошку. Чего ты орешь? Я ее давно посадил. В горшке с фикусом. А где фикус? А я тут у колорадского жука спроси. Дура неумная. Вся семья такая. Недавно теща отмечала юбилей. Точнее сказать, не теща, а как сказать, не знаю. Мать ее матери. По материнской линии. Бабушка, что ли? В общем, мать ее матери. Пышный юбилей. О, что ты? Цветов много-много. Ну, кончился юбилей. Все когда-нибудь кончается. Гости разошлись. Жена начала убираться. Цветы все-все-все вместе собрала. Положила на диван. Она не заметила, что на диване спала мать ее матери. Я домой прихожу. Смотрю, лежит на диване мать ее мать. По материнской линии. Ну, думаю, отмучилась мать ее матери. Позвонил родственникам, сообщил новость. Через час проснулась мать ее матери. Дура испортила праздник. Я опять позвонил родственнику, говорю, к большому сожалению, новость не подтвердилась. Пьянка отменяется. Тесть в драку, мать ее матери голосила, не убивай его, Петруша, он нам 100 рублей должен. Задолбала мать ее матери. Ужас, надо выдыхать, выдыхать все из организма. Уже не могу в этих 4 стенах сидеть, не могу уже этот телевизор смотреть, сколько можно. Надо, думаю, в кино пойти, как раньше. Звоню другу, давай в кино сходим, как раньше. И пошли, пошли в кинотеатр «Космос». У нас в Москве есть такой красивый кинотеатр «Космос». Мы еще туда не дошли, жена на мобильник звонит. Ты где? Я говорю, мне сейчас неудобно с тобой разговаривать, я тебе из космоса позвоню. Откуда? Не волнуйся, я тут не один, со мной еще спутник. Ты что, выпил? А у меня на переходе свет зеленый загорелся, этот зеленый человечек зашагал на светофоре. Я говорю, мне бежать надо, у меня зеленый человечек загорелся. Месяц со мной не разговаривал, мол, я ей все вру, я ей даже рыбу с рыбалки сразу сушеную принес. Что ты от меня хочешь? Лето, жара. Рыба сохнет прямо в воде. Ботанику надо знать, дура неумная. У нас весь дом ботаники-психи.
кто завел черепашечку, кто хомячочка, кто еще кошечку. Я, чтобы не мелочиться, сразу завел удава. Точнее, удавиха. Правда, у нее не поймешь, что где. Кишка есть кишка. Назвал ее Галина Петровна. В честь матери ее матери. Потому что тварь ползучая. Однажды удав искал, где чего пожрать. Заполз в унитаз и уплыл. Мне уже потом рассказывают, как в квартире этажом ниже соседка баба Зина пошла в туалет. Каково ж было ее удивление, когда она увидела огромную штуковину, торчащую из воды. Штуковина начала медленно подниматься. Баба Зина почему-то обрадовалась. И ждала, когда появится мужик целиком. А штуковина почему-то раскрыла пасть и зашипела. Бабу Зину отвезли в психушку. А удавы так и не нашли. Теперь соседи без топора в туалет не ходят. Они с этим топором за мной и гоняются. Психи ненормальные. Кругом одним псих, невозможно жить на белом свете. Ха! Все, выдохнул, все. Нормальный человек, все. У нас на работе тоже одни психи. Недавно у шефа был день рождения, все психовали. Что подарить, что подарить? Ко мне обратились, ко мне. Придумай что-нибудь этакое. Вот тебе 10 тысяч рублей. Придумай, чтобы шеф обалдел на всю жизнь. Я придумал. Заказал ему в офис стриптизершу. Шеф на всю жизнь обалдел, когда увидел, что это его жена. Психи ненормальные. Евгений Петросян.